Так. Good, you there? One of those guns must have the schedule on him, so how about taking them all out and seeing who drops it? Cool? Great, good, thank you. Давай по разным сторонам хотя бы, а то мы как-то в одну сторону оба. Ага, понятно, я выбрал сторону, которая... Понятно. Единственный придурок, и тот успел у меня выстрелить, блин. Да, ну так они же разные. Пошел нахер. Козлина. Поехали. К Титану. Где это? Поставь метку. Блять, летите. Там вертолет был. Сейчас. Полетишь? Да. Давай. Давай, давай, бегом. Я штурманом буду. Я поставлю метку. О, у меня система наведения ракет, если США. А его взорвать надо? Мне не пускай. Да. Летает как раз недалеко от форта Занкуда, так что мы летим ему навстречу. Мы будем пролетать как раз над Голливудом в момент, когда будет с ним встреча. Там горы, так что поднимайся выше. И возьми, наверное, так как это самолет. Возьми, наверное, чуть-чуть либо левее, либо правее. Возьми правее. Вот ты как раз правее сейчас берешь. Чуть-чуть. Не сильно. А вот я его вижу. Почему я? А вот на второй. А, вижу, да. Но пока ничего не сказано, что с ним делать. Что с ним делать? Не могу. Можешь его сбить? Не-не, не надо, подожди! Серьезно? Как это Мы сейчас упадем. Ты выпал. А, нет. Я не могу. У меня все время вместе с тобой колбасит. Я даже не могу... Опять не могу. Я, короче, с тобой все время колбас.
пробег это прям целое удовольствие. Я больше времени падал вниз. Уверен? Да, не могу. Вот тебе и все. Да я взял машину, она тут рядом. Вообще рядом. Пару порталов. Я не могу с тобой летать, это какой-то дурдом. Тебя так фризит, ты бы знал, блин. Мы два раза падали и разбивались. Я не стрелять не могу ничего, потому что ты все время падаешь, а потом через какое-то время я обнаруживаю себя в небе. А ты когда со мной едешь, тебя фризит? Нет. Прикольно. Ты зашел? Еще? Да, давай.